Давайте выясним. Давайте, слушайте. Пожалуйста. Нет, подождите. Пожалуйста. Ручка. 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 Нет, так вы мне не даете говорить. А мы не хотим слышать. Ну, не хотим. Это ж не диалог. Это... Диалога не будет. Какой диалог? Диалога не будет. Люди вам не верят. Люди вам не верят. Понимаете? Поэтому не будет. Никакого диалога с вами не будет. Милиция працювала. Возьмите, будь ласка. Это вам от автомайдана. Напишите, будь ласка, заяву. Пане полковник, ви можете зараз відповісти на відверте питання? Пане полковник. Спасибо. Пане полковник, можете на відверте питання відповісти? Скажіть, будь ласка, привселюдно. Назвіть, будь ласка, все майно, яке є у вас у користуванні і у користуванні вашої сім'ї. По декларации. Да нет, без декларации. Не, по совести. Пане полковник. Пане полковник, по совести, не по декларации. Декларации. Не перебивайте меня. Все, всем, пожалуйста. Значит, с чего начинать? Сразу с майна? Да, да. Значит, все мы. Ну, я же рассказал по поводу. Я с русскоязычного региона. Буду ломать нормальный язык. Значит, дом у меня есть в селе. Нормально это какой ломать? Тихо, не приди. Я буду говорить сейчас на украинском языке неправильно. Нам приятно эту мову почувствовать. Тихо, пожалуйста. Тихо, пожалуйста. Ну, хоть и на китайском. Все, пожалуйста, была. Тихо, пожалуйста. Можно? Да, послушайте, пожалуйста. Дом в Днепропетровской области в селе. Я родом из Днепропетровской области, жил только там. Какой район? Новомосковский район. Квадратные метры дома? 170. Это смотреть надо, это не такое пугающее. Квартира у меня есть. Это государство дало квартиру. 15 лет назад получил квартиру в городе Днепропетровске. Улица Новоселовская, 2764. Есть в интернете. Количество комнат, это перестроенное общежитие. Две комнаты, три комнаты. Люди, о чем мы говорим? А вы там мы слушаем? Еще один, дальше отвечаем. Там наладили. А здесь богатая область. Есть янтарь, есть дуб корабельный, есть гранит. Не, пане полковник, теперь дивіться. Дайте дальше туда питание. Вы прячете глаза при ответах. Я не могу. Заявление. Как вы собираетесь кировать правопорядок в нашей области, видя такую любовь от общественности? Отвечайте. Да. Смотрите. Вы пока меня не знаете. Это все на... Мы о вас знаем. Мы о вас знаем. Вы не знаете, как я. Я стоял на Майдане. Он стоял на Майдане. Все мы работали. И мои пацаны, которые на Майдане погибли, не можем забрать 200-е наши. А вы не пустим вас. Рядом не пустим вас. А он ранен был на Майдане, а сейчас подписывать и лежит. Вы зря меня не пустим, я сказал, не пустим через подруг. Вы же не мой. Захарченко были. Все, пишите в WhatsApp. Пишите рядом, пишите в WhatsApp. Вы меня бестерно все говорите. Здесь некому работать. Вы были некому работать. Следствие при пудиях на Майдане. Вы согласитесь. Вы были рядом с Захарченко. Вы пошли, написали рапорт, когда наших людей убивали. Вот там 100 человек фотографии. Посмотрите, я готов отвечать. А вы когда приехали, вы отсиделись в машине, вы цветы пошли положить. Это ваши люди, по вашей команде. Я команду таких не давал. Я прошу прощения. Я еще раз повторяю. Вы когда... Начальник милиции. Это не я. Это не я. Это говорили я. Я не прав. Не виноват я. Подождите. Подождите. Вы приехали в Житомир. Дайте сказать. За что? Вы приехали в Житомир. Вы прежде чем отсидеться в машине там 2 часа, когда вас люди ждут, вы бы пошли цветы положили тем героям Небесной Сотни, которых вы же преследовали. Я уверен, вы
потому что вы не пошли к Захарченко, вы не написали рапорт. Я извиняюсь, дайте сказать. Мы договорились не перебивать. Я вчера был в Киеве, разговаривал лично с начальником ГУВД. Генерал, он сказал, меня призвали с пенсии. Я понимаю, если бы вы ушли на пенсию и не работали при Захарченко, и вас призвали бы, и сейчас бы ставили, был бы другой разговор. Но 100%. Вы работали рядом с Захарченко. Я вам проставлю. Или мы обсуждали, как кого гоняют. Не губернатора, а голова ОДІ. Голова ОДІ. Принципова різниця. Губернатор – це в Росії. Русський... Ні, губернатора. ОДА. Обласна державна... ОДА, да. Я чула, як вони його не знають. Я знаю, така ОДІ. ОДІ. АІ. 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 Когда приезжали в Днепропетровскую область, Смирнов приезжал, Москаль приезжал, работал. Они же тоже не в Днепропетровскую область. Заявку подаете? Я? Мы не пустим вас в житомир. А ви в очередной раз поступили, як завжди. Система вирішила без людей. Люди змінилися і такої системи не хочуть. Ми люди, ми будемо будувати нову систему. А ви, якщо пройдете люстрацію, може будете мати право тут бути, а може і ні. Залежить від вас. Ви не змінилися, а хочете приходити міняти суспільство. Не маєте права, ні морального, ні ніякого. Он звонил ему. Он звонил в башку. А что он не слышит? Fucking hate!